Последнее воскресенье июля военные моряки отмечают свой профессиональный праздник – День военно-морского флота России. В портовых городах прошли военно-морские парады, а в сухопутном – Магнитогорске торжественный митинг у монумента и импровизированный автопробег. Игорь Гурьянов продолжит. Непременные атрибуты военно-морского праздника по гражданке – тельняшки, бескозырки, флаги, приветствуются боевые подруги, юнги в качестве детей и автомобили. На них прибыло большинство участников митинга. Да и первая точка сбора – парковка, а не пристань, тем более, что пристани в Магнитогорске нет. Много флагов – андреевские, советские военно-морские, морской пехоты, разнообразные географии – от южных морей до полярного края. Камчатке привет! После небольших приготовлений, построения колонны и выдвижения к вечному огню, где состоится торжественный митинг, будут правильные слова про защиту морских рубежей и ни слова о том, насколько тяжела и рискованна морская служба, часто не имеющая ничего общего с романтикой советских песен. Вышел на корабле в нейтральные воды, все, ты уже выполняешь боевую задачу. И ракеты в отсеках не бутафорские, и глубина под килем километровая, так что если, в лучшем случае, венок на воду, когда будет известно точное место. Есть такая закономерность. Чем опаснее служба, тем громче праздник на гражданке. Впрочем, с каждым годом клич «Слава ВМФ» звучит все более трезво. На торжественных, тем более воинских митингах импровизации не приветствуются. Вот и в день ВМФ от традиции не отходили. Минута молчания, возложение цветов, приветственные слова. Знаете, всегда по-хорошему завидовал морякам. То есть ваша форма – это что-то на самом деле. И вот смотришь на вас, и просто хочется радоваться от того, что прекрасные, замечательные мужчины защищают нашу родину от всяких моментов, которые нам не очень нужны. Вы прошли эту суровую службу. Вы знаете, что такое походы. Вы знаете, что такое шторма. Вы знаете, что такое служба на флоте. Я горжусь вами. Конечно, это не было прохождение торжественным маршем. Строевая у мариманов хромала еще в пору службы автора этих строк, когда люди в тельняшках шутили: на корабле ходить – это вам не сапогами по плацу стучать, здесь думать надо. А вот колонна автомобилей, рассвеченная флагами ВМФ, выглядела гораздо стройнее и внушительнее. Игорь Гурьянов, Денис Иванов, телекомпания ТВИМ.